измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Благоговейною рукою касаюсь вещих я листков, и путеводною звездою мне в них сияет свет Христов. В минуты скорби и сомнений, в часы невыплаканных дум, где вожделенных разрешений отыщет истомленный ум. И за страницей у страницы мне вечной правдою горит, и все тут, и слова, и лица, успокоение мне дарит. Готов презреть я жизни холод, ее томящий смутный гнет, и сердцем снова свеж и молод гляжу с надеждою вперед.